Ну, ну что это, блядь? Доктор Фриман, я смотрел, как вы проходите эту игру уже миллион раз. И я решил кое-что изменить. Теперь вам придется проходить каждый уровень за 2 минуты. Конечно, без сверхспособности вам этого не сделать, поэтому я даю вам суперскорость, бессмертие, суперсилу и еще тупую рожу. Опоздаете, и вы вернетесь в начало уровня. Берите эти часы и готовьтесь следить за временем. Добро пожаловать в транспортную систему комплекса «Черная Меза». Этот автоматизированный поезд предназначен для обеспечения безопасности и удобства сотрудников научно-исследовательского центра. Время 8 часов 47 минут. Температура вне комплекса 33 градуса. Ожидается повышение. Какой же молодец! Выбора, блядь! Ща поедем! Пошел нахуй! Я каменщик, работаю 3 дня! Суперскорость, бессмертие, суперсилу. Надо съебывать от снова. Что? Кстати, о пиве. Да, если охуительный другой. Хорошо бы мне на крылья улетел бы я. Какую премию дадут? Не что, блять, на руках бегать? Саня, открой! Быстрей! Да ты чё? Блин, наконец-то! И где тебя носило? Как я мог перепутать?
Упс, подарок. Давай, сделай! Сделай, блядь! А, куда делся твой хуй? Давай, сделай! Хули ты ставишь? Я придумаю рифму. Да будет мясо нахуй. Ясно. Пошел я нахуй. О, привет! О, привет! Мои поздравления, мистер Фриман. Впечатляющий результат. Почти уложились вовремя. Я добавил вам одну минуту, пока вы занимались всякой ерундой. Я думал, вы в это время не уложитесь, но вы справились хорошо. Я дам вам второй шанс, но больше не растрачивайте время, мистер Фриман. Оно вам понадобится.